Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 24 сентября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Феодору. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «Божий дар». Небесной покровительницей ее является преподобная Феодора Александрийская, младшая. Христианка вместе с мужем жила в IV веке в Александрии. В их семье царила любовь и согласие, и это было ненавистно врагу спасения. Побуждаемый дьяволом, один богатый человек прельстился красотой молодой Феодоры и начал всеми способами склонять ее к предательству Господа и супруга, но долгое время не имел успеха. Тогда он подкупил женщину-сводницу, которая ввела в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершаемый ночью, Бог не вменяет в вину. Феодора поддалась искушению, но потом сильно пожалела и возненавидела себя, да стала истязать свое тело. Совесть не давала ей покоя, и Феодора отправилась к знакомой игумени, где рассказала о совершенном преступлении. Игуменья, видя отчаяние молодой женщины, возбудила в ней веру в божественное прощение и напомнила евангельскую притчу о грешнице. В ту же минуту преподобная Феодора решила уйти в монастырь, чтобы очиститься в подвиге и молитве. Она тайно покинула семью и, переодевшись в мужской костюм, направилась к мужскому монастырю, ибо боялась, что муж найдет ее в женской обители. Игумен обители не благословил пустить ее даже во двор, испытывая твердость пришельца. Преподобная Феодора осталась ночевать у ворот. Утром она, припав к ногам игумена, назвалась Феодором из Александрии и просила оставить ее в монастыре для покаяния и иноческих подвигов. Видя чистосердечное намерение пришельца, игумен согласился. Даже опытные иноки удивлялись всенощным коленопреклоненным молитвам, смирению, терпению и самоотвержению Феодора. До самой смерти Феодора была предана Господу и не покидала обитель. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Сергея, Германа и Дмитрия, Евдокию и Ефросинью, а также Николая, Виктора и Карпа. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!